Перед входом в оперу увековечена память архитектора Чарльза Гарниер. С планом внутреннего вида оперы. Архитектор Чарльз Гарниер родился в 1825 году в Париже. В Риме уже в 23 года получил гран-при. Выиграл конкурс на строительство оперы в 1861 году. Построил очень много зданий в Монте-Карло. Казино, Монте-Карло, зал концертный, отели, банки, казино. В общем, много построил человек. И умер в Париже в 1898 году. Thank you.
фронтоне по центру бюст Моцарта. Одного из самых великих композиторов. Красотища неописуемая. Великий памятник, что и говорить. Вполне себе рукотворный. Ах, эти кружевные балконы! По всему периметру зданий. Великолепие какое! И перспективы улиц. Вдалеке виден Лувр. Перспектива на Вандомскую площадь с тем самым знаменитым отелем Риц, из которого вышла Диана в 97 году. И через несколько минут мир ее потерял.